В Шымкенте выявили подпольный цех, где производили контрафактный алкоголь под известными брендами. Сотрудники Департамента юстиции и полиции Шымкента задержали местного жителя, который организовал нелегальное производство и сбыт контрафактной алкогольной продукции. Подозреваемый использовал популярные бренды. На территории Каратаусского района в цехе задержан гражданин, который производил контрафактный алкоголь. Изъято вещественных доказательств в количестве 42 705 единиц и 3000 литров жидкости для разлива спиртных напитков. Департаментом юстиции по выделенному материалу проверки возбуждено дело о административном правонарушении по статье 158 Кодекса об административных правонарушениях по факту незаконного использования товарных знаков. Материалы дела уже переданы в суд. Употребление контрафактной продукции может быть вредно для здоровья, так как контрафакт может содержать токсичные вещества.